Итак, друзья, мы добрались наконец-таки до нашего отпуска долгожданного. И его мы проведем вот на этой яхте, вот с такой вот классной платформой. Называется Пати Харди. С двумя штурвалами. Оценим эту функцию, потому что еще никогда лично я не ходила на яхте с двумя штурвалами. Я там в той спальне тоже на себя включила, в комнату охладилась. Хорошо, мам? Витя по списку отмечает, что работает, что не работает, проверяет. Да? Си. О, то есть мы могли и не покупать? Да, но они на английском. Да, а мы купили свою, вон она лежит. Между прочим, достать ее не так легко. И стоит она не так мало. В общем, да. Сколько стоит? За 3,5 я ее взял, вообще она за 3,5 лежит. А вы про кого? Про книжку. Что, вода идет? Проверял? Как-то неприкольно, что она тут просто лежит. Да, по-видимому, она нарисовается. Нужно стоять, понять, куда? В шкафах чашки. Насчет чашек можно попить? А ты откуда будешь пить? Из-под крана? Тарелки. А откуда можно попить? Попить надо купить. Холодильник. This is your to party party. Can someone answer me to check my radio? Проверяет радио. Белла в восторге. Первый раз ей нравится яхта. Кухонька, здесь все стандартно. Так, давайте по поводу вас обустроим. Ребят, ну, смотрите. Вот такая вот носовая каюта. Здесь, конечно, два на трассика. Но вот, на мой взгляд, здесь узко. Ляг, пожалуйста, чтобы сравнить. Так, ну, для сравнения сейчас мы положим сюда 9-10-летнего ребенка. Ну вот в носовой части, там вот ляг. Ну вот, вот так. Хорошо. То есть если еще здесь пошире, то в носу очень узко. Ну, по крайней мере, как мне кажется, что для такой яхты маловато. Два люка. Да, ну конечно, после нашей 6-метрушки. Шкафы. Здесь такая же каюта, которая ждет наших друзей. Ребята. Плита, духовка. Кают-компания. Ну, здесь две зеркальные каюты. Мы заняли вот эту. Кондиционера нет, только вентилятор. И здесь очень интересно. Вход в туалет. И здесь. И здесь. Туалет у нас обычный, прокачной, не электрический. Проверяем паруса, их состояние. Начали со стакселя. Ку-ку! Тут трещина. Допустим, что бросилось в глаза, это вот на месте капитана, причем на обоих местах капитана, как я уже говорила, у нас два штурвала. Имеются вот такие трещинки. Ну, наверное, видно, причем здесь они не так выражены. Здесь прям ярко мне в глаза бросили. Смотрите, какая она, потому что здесь люк, и он прямо вот мягкий. Прям ощущается, что он мягкий. А вот нам наконец-таки принесли САП, который мы заказали вместе с яхтой. И Витя пытается его привязать какой-то веревочкой. Его привязал? Ну, позвонил я гвоздь. А еще Вите выдали брендовую бейсболку чартерной компании. Ну и Витя приступает к самому главному испытанию. Как там, внешний душ называется? Наружный душ. Наружного душа. На самом деле здесь вообще нереально жарко. После нашего августа, который как местный декабрь.
Ну как? А что такое плохой напор? А? Напор плохой какой-то. Ну да, напор плохой. Но освежиться хорошо. Может прохладнее еще. Короче, душ работает. Ну, как тебе яхта? Расскажи впечатление. Шикарно. Шугерна такая же, правильно? Не знаю, если честно. Может, папа, по-моему, побольше, он у меня 50. Ну, я не знаю, ну, мне нравится. После Авоси. После Авоси любая яхта понравится. Вот так вот мы оставляем позади Мармарис. Здесь такой приличный трафик прогулочных судов, очень много яхт. Много островов, поэтому много мест, где можно укрыться. Это остров, вот это просто. Место есть, реалист. Идем, куда мы идем? Чипик. Чипик? Да. Витя там уже был, когда учился, да, Витя? Да. Витя мастерски управляет яхтой. Даже без глаз. Детворе весело, их много, у них хорошая, веселая компания. Ну, про погоду даже говорить не буду, сами видите. Жара, жара и еще раз жара. На пляже в такую погоду очень жарко, а вот на яхте очень даже ничего. Такие интересные современные маяки от солнечных батарей. Прошли те времена, где на маяках был смотритель, зажигал его вручную. Сейчас все автоматическое. А мы тем временем выходим из бухточки, здесь вот небольшие яхточки идут навстречу, хотя небольшие это относительно. И вон там, смотрите, море. Гладь моря. Сейчас будем распускать паруса. Детей мы зовем. Парни, пойдемте! Будем ставить такси. Ой, смотрите, какая красота, какое солнце. Обалденно. Вот что мне здесь нравится, за одну горку солнце садится, ты обходишь эту горку и еще раз наблюдаешь закат. Ветер окончательно скис, темнеет, уже заметно темнеет. Решили идти под мотором. На самом деле камера у нас как-то всегда светлее передает, уже значительно темнее, чем кажется. Здесь в темноте за горой притаилась та Яночка. Мы их только по огням видим. Нам вот за этот мыс слева яхты дают. Сейчас нам надо разойтись вот с этой яхтой, которая уже явно идет туда же, куда и мы. Вон туда мы идем, на эти огоньки. Вон туда, где огоньки. Разошлись мы с яхтой, да, она поворачивает, она нас пропустила. А вот так вот в реале
выглядит яхта под мотором, которая идет вам в корму ночью. Просто когда изучаешь огни и потом видишь их в реале, это не всегда одно и то же. Ну, судовые огни, конечно же, я имею в виду. У нас на пути остров, вот этот вот похожий на прямоугольничек. Аккуратненько маневрировать. Ну, вот мы вошли в бухту между двух скал. Кажется, это его Иди Победы. Так. Там стоит человек и зовет фонарем. Прямо на краю стоит. Ну все, мы пришвартовались, подключили электричество. Здесь вот провода не видно. Очень странно, честно говоря. Нас пришвартовали, прямо закрыли нами выход из вот, марины, я бы так сказала, маленькой бухты. Закрываем яхту, идем кушать. Вон туда. Это что, сюда? Вот она, наша яхта стоит. Вот она. А мы кушаем с видом на яхту. А здесь пляж. Завтра пойдем купаться. Утром.